Уши полностью она символизирует индуизм. Здесь можно увидеть элементы ислами, значит это ислам. Здесь можно увидеть элементы хлопка, это суфизм. Здесь можно увидеть элементы руки, кисти рук, пальцев, солнца, зороастризм. Лотус и змея – это символ буддизма. Буддизм, зороастризм, суфизм, индуизм, христианство – все ведет нас внутрь. Как корни. Пахлаван Махмуд хотел сказать, что Бог один. Разные элементы